Ну, тут вовсю гоняют. Гидроциклы, бананчики. А почем букет лаванды у вас? 100 рублей. Это не у нас, это мы купили. А, купили? Давай, 150. Что так к берегу мусора столько прибило? Офигеть надо. Ёпрасоты, и здесь тоже удивительно. Что это за мусор? 39 градусов на солнце. Павел сказал. Трехместные катамараны, я купаться пойду. Гидроциклы, экстремальная таблетка, наша плюшка-лягушка, попрыгушка, банан без перевода. После обеда пригнала вот этот мусор, где-то откуда-то пригнала. Морские прогулки, ну, можно на карте, ну и, конечно же, полеты на парашюте. Итак, друзья, кто желает, кто мечтает, кто забыл... Вода сама по себе чистая, но вот пригнала мусор, мусор с реки, с какой-то, мелкий, мелкий такой мусор. А вода теплая, вода теплая. Немцы загорают, лежат. Топчан у них, все дела. Смотрите, мусор как. Вода теплая, нормально. Здесь более-менее нет мусора. Немцы отдыхают. Ну что? Вода сколько показывает, я не пойму. Сколько она показывает? 22, что ли? Не вижу ничего. Ну, я купался сейчас где-то, так и есть, 22-23. И жареные пельмени, вот немцы пошли домой. И прям тут рядом по лестнице поднялся дом. Давай заберем, так возьмем и съедим. Давай, говорит, заберем это все и съедим. Девчонки говорят. Народу много. Народу дофига. И в море плавают всякие безделушки, игрушки. Вот сколько людей. Как вам такое?
вот уже мусор немножко угоняет как вот. Мелкая такая крошка от дерева. Ну, нормально, много людей. Люди есть. Раздевалки что-то по машинам не сказали тебе по углу. Барную стойку здесь поставили. Вот здесь, смотрите, все загорелые. Или это солнышко пропало. Вот солнышко появляется на ваших глазах. Солнце появилось. Вечером всегда темная кожа у людей. Вот раздевалочка аккуратненькая, симпатичная. Бассейн. Массандровские пляжи. Вот колонки расставили здесь. Коктебель написано. Коктебель. Я приблизил GoPro. Кораблики плавают. Нормально.
Вот видите, уже здесь почище уже. Мусор постепенно куда-то уходит. Молодые, взрослые купаются. Коктебель. Тут концерт будет. Скажите, а что здесь будет сегодня? Концерт? Ласта плавает, мужик. Концерт какой-то будет. Джаз Измайлова. Сейчас прочитаем, я не заметил, уже там написано, что говорит. Вода чистая. Ну, пойдемте прочитаем. Рыжик на набережной бегает. Сейчас отсюда пойду. Найду там легендарные вечера. Энвер Измайлов. Все они прям там лежат? Да. Терраса Париж. Коктебель. Хочу выйти, лестницу что-то не найду. Прошел я эту лестницу, там он уже 50 метров пляж ковер, ну надо же, прошуршал. Это что-то где-то я видел эту блогершу. Не могу вспомнить где. Рыжика откармливал творогом, взял творог ему, кефир, ну и зельц, такой за 70 рублей зельц, дешевый зельц, там короче. А вот время сейчас 18:00, вода 22, температура 30. Вот, 6 вечера, 30 градусов тепла. Так он смачно покушал это все. Ему же нужны эти микроэлементы. Творог. На спине, в двух местах у него небольшие болячки, вот он постоянно их расчесывает, бедолага. Бля, аллергия-то, я не знаю чего. Курицу не даю уже. Питание у него сейчас нормально. Если честно, он, наверное, круче меня питается. Я все чай, кофе. А он творожок, кефирок, молоко. Куплю себе под кофе, он все выпьет, короче. Лапы, холодильник открываю, крышку бам, лапой. Тук-тук-тук, пока я сплю. Не, шучу, конечно. Корм добавляю, молоко. Так только ест. Корм не хочет есть вообще.
Хитер бабар, прочухал, что с молоком-то намного ловчее. Поэтому вот так. Кусты как крапива, да? Нам бы такое ребрышко с рыжиком, да не одно, штучки три. Туалет справа бесплатный, курилка здесь. Всем до свидания, всем пока, всем здоровья. Пишите письма. Вот собачка. Эй, красавелла. Интересно. Красавчик. Красавчик спокойный такой. Спокойный.